Свят, ну, сложный матч сегодня получился. Первый тайм вообще по нулям. Редко такое встречишь, когда и фолов ноль. В итоге боевая ничья 1-1. Для хозяев, наверное, это все-таки сродни победе будет. Все-таки с чемпионом играли. Для вас что значит этот результат? Ну, и это результат, конечно, очень плохой для нас, потому что мы на это не рассчитывали, потому что хотели, понятно, 6 очков. Ну, мы фавориты. Ну, это, ну, подгоняет, понятно, это нас. Результат КПРФ выигрывает, ну, они уходят в отрыв. И знаете как, я думаю, сегодня эмоций нам не хватило. Как-то, знаете, как спокойно начали. Ну, у нас это не первый год, когда у нас УЕФА важные игры. На игроков, наверное, все равно в голове игры в Барселоне. И, ну, это мое мнение, я, может, ошибаюсь. И вот эти эмоции, как будто они это, ну, оставляют себе на, ну, более важные. И, ну, такое впечатление, я не могу это точно сказать, и тренер разберется. Понятно, для нас это потеря очков. Ну, мы много моментов, ну, вратарь ваш просто герой сегодня, вытащил там сумасшедшие мячи, мяч не шел в ворота. Ну, готовимся к завтрашней игре. Ну, ничего, все равно знаем, что в чемпионате есть плей-офф. Ну, как бы, самое главное для нас все равно в голове это Барселона, турнир, ну, Лига Чемпионов. Ну, завтрашние игры будем реабилитировать, выйдем, я думаю, тренер сейчас разберет, получим немножко, должны завтра немножко задвигаться, я думаю, немножко движения не хватило, по моему мнению.